Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Франсуа Буше, «Геркулес и Амфала», 1732-1734 годы, холст масла 90/74. «Геркулес и Амфала» – одна из лучших ранних работ Франсуа Буше. Сюжет повествует о пребывании античного героя в плену у лидийской царицы Амфалы, которая по воле богов насмехалась над Геркулесом, унижала его, наряжая в женское платье и заставляя прясть со своими служанками. Себя же она украшала, накинув шкуру немейского льва, отобранного у Геркулеса, и носила его палец. Изображая 13-й апокрифический подвиг героя, его победу над царицей, художник в этой любовной схватке ярко передал порыв страсти своих героев. Темпераментная живопись и насыщенная красочная гамма заставляют вспомнить об уроках Рубенса. Вместе с тем, персонажи Буше, как истинные герои рококо, не забывают о том, что за ними наблюдает зритель. Поэтому они заняты не только и не столько собой, сколько производимым ими впечатлением. Ну, вот такое описание работы Франсуа Буше «Геркулес и Амфала», написано около 1734 года, холст масла. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.